Добрый день, дорогие друзья! Сегодня покажу, как вы можете вот в новой версии FutureAd Pro как вывести, собственно, средства, какие возможности доступны, как это делается. Значит, заходим в бизнес, и здесь FND Redemption, или будет вывод по-русски, как-то что-то такое будет написано, да? Здесь нужно будет указать количество, собственно, которое вы хотите вывести. Ну, я в данном случае ничего выводить не буду, потому что у меня там их не накопилось еще. Я вывожу минимум там 50, 60 и так далее. Ну, допустим, вы указали, и здесь нужно указать адрес, собственно, вывода. Вот что это за адрес вывода? Сейчас вывод происходит на CoinDeal. И делается следующим образом. Вам нужно просто зарегистрироваться на бирже CoinDeal. Вот у меня эта регистрация. И вот я как раз сегодня вывел FTO как раз тем образом, который я вам показываю. То есть вам нужно будет сюда вставить адрес получения. Он у вас будет находиться. Ну, собственно, здесь плюсик можно было нажать, но я покажу с нуля, как это делать. Вот у вас есть маркеты, например, вот у меня есть FTO. И вы нажимаете просто плюсик и увидите здесь свой депозит, номер вашего кошелечка. Вот этот номер кошелька вы вставляете сюда, после чего нажимаете вывод, да, redeem. И дальше пойдет уже сама процедура этого вывода. Ну, давайте я покажу, как это делается. То есть после того, как вы указали адрес и нажмете вывод. Сейчас он у меня тут что-то долго грузится. Вас попросят еще, вам пришлют на e-mail информацию с кодом, подтверждающим это дело. И после того, как вы введете свой номер кошелька, сумму, которую вы хотите вывести, в, опять же, во FutureCoin в данном случае, и подтвердите код, который вы получите, введете код, который вы получите, соответственно, вы уже сможете перейти вот в эту закладочку «История, собственно, вывода». Да? И здесь у вас будет статус «Новый», если по-русски вот он будет называться «Новый». Почему? Потому что здесь вся эта схема проходит в несколько этапов. Как только вы создаете, первый этап это вы создаете эту заявку, она вот у вас приобретает статус новый. Потом вам пришлют опять же на e-mail подтверждение, и нужно будет нажать на ссылочку, что да, я хочу, это я хочу вывести, все в порядке. И тогда этот статус как бы примется в обработку. Да? По-английски здесь написано всегда waiting, или что-то в этом роде, да, то есть по-русски я не знаю, что будет написано, в общем, в ожидании этот будет вывод. И вот только это занимает сейчас у них где-то 3-4, иногда даже больше дней, но в любом случае выводы эти происходят, не было еще ни разу, чтобы средства они не вывели. После того, как вы вот здесь увидите finished, уже вывод, собственно, вывод, да, вот этот вот finished. Сейчас у меня тут что-то глючит интернет, манюха. Обновим эту страницу. После того, как вы увидите, собственно, этот статус finished, вы уже можете заходить на CoinDeal и проверять наличие, собственно, там вот этого вашего вывода. Да? То есть это вот мои кошельки, например. И вот это сегодня я выводил, да? То есть, что нужно сделать дальше? Дальше вам нужно найти, собственно, опять же, этот FTO. И вы хотите в данном случае его, ну вот, продать. Вам нужно поменять, я хочу его вывести в биткоины, да, перевести в биткоины. И дальше, собственно, вывести эти биткоины и поменять уже на ту валюту, которая мне нужна, удобна и так далее. Давайте посмотрим, что тут у нас происходит с этими рынками. Опять же, мы находим те рынки, которые у нас активны. Вот FTO биткоин, например, да. И я хочу продать FTO, нажимаю Sell, она покажет график, эта программа. Здесь я просто выбираю последнюю цену,
Выбираю максимальное количество, которое я хочу, которое у меня есть. И вот появился мой ордер. Видите? То есть, если я хочу как бы продать немножко быстрее, не дожидаясь вот этих всех перипетий, то я, соответственно, могу просто чуть-чуть сделать другую цену. То есть, например, если этот заказ быстро у меня не исполняется, да, я могу его отменить и продать по цене, по которой готовы люди, собственно, покупать прямо сейчас. Или же я просто оставляю этот ордер, да, и ордер будет исполнен, как только туда дойдет цена, график, да, собственно, грубо говоря. Так. Значит, ваши ордера тоже будут отдельно видны. И их можно отменять. Вот открытый ордер, видите? Например, я не хочу ждать долго. Вот я его отменил. Возвращаемся назад. Находим активные наши рынки. Продать. Опять же, я выбираю максимальное количество, которое у меня сейчас доступно на продажу. И я могу нажать вот здесь, и она выставит мне цену, по которой люди готовы купить. Окей. Not enough money. Amount 34. Что-то он мне тут такое. А, ну да, он же указал, собственно, то количество, которое здесь было доступно. А я, у меня меньше денег, поэтому я просто, соответственно, должен указать свои цифры. Вот наш ордер размещен. Да, он сработал. И теперь, собственно говоря, у меня уже вот здесь, в моих волотах, должны присутствовать уже биткоины. Вот, там было 61, сейчас 60, разница небольшая. Как видите, то есть это уже биткоины. Вот они. Теперь вот эту цифру биткоинов я вывожу просто на любой обменный ресурс, да, обменник, который меняет обменники, вы выводите на то, что вам надо. Я их меняю на гривну, соответственно, я использую Local Bitcoins. Есть такая программа, я о ней писал тоже в своих видеороликах. И Local Bitcoins, уже на Local Bitcoins я меняю биткоины, в данном случае для себя на гривну. Вы же можете выводить как на Local Bitcoins, так и на любую другую программу обменную, которая позволяет вам поменять на ту валюту, в которую вы хотите. Или просто на свой биткоин кошелек и похоронить эти биткоины, что, собственно, неплохая идея, потому что биткоин в конечном итоге все равно, ну, скорее всего, будет расти со временем. Собственно, вот так вы делаете вывод с Featured Pro. Вы выводите, повторяю, монету FTO на CoinDeal. Потом меняете это все дело, продаете эти FTO, меняете их на биткоины, и уже биткоины выводите дальше или на свой прямой биткоин кошелек, или на обменный ресурс, чтобы поменять его на вашу местную валюту. Собственно, все. Надеюсь, это было полезно.